Усім привітання! І гэта другая частка влога з нашай паездкі на мой дзень нараджэння. Сёння мы паедзем у горад, які мне не была 8 гадоў, а потым заселімся ў гатэль ўжо ў іншым мястэчку. Глядзіце, я вось зараз сяжу, мантую відэа, і вось дзяўчынка, яна выйшла і зараз зайшла. І я праз гэта ўспомніла, што школа, усе дзеці, якія зараз у Гданьску, мае аднакласнікі, знакомыя, яны пайшлі ў школу. Спаўчуе. Рассказываю предысторию, потому что мы зараз купили цепочку. Просто расскажу трошки. Мои батьки мне на день рождения такие, давай мы тебе подарим цепочку, потому что мы недавно купили вот такие вот браслет. Мы зараз зашли в магазин и купили мне, выбрали, потому что мы долго-долго не могли ее найти, как мне подобалось. Мы зашли вот такие вот склеп и, бачите, она на мне такая, файная такая, прихожая, боже. Вчера мы тут гуляли и вот пришли. Сёння гэта музей мінералаў. Я думаю, што там вельмі прыгожы відак. Там ўжо мора. Як крэпасць гэтая лятарня. Зараз я вам пакажу від на мора. Тык-тык-тык-тык. І кто тебе сказал? Вон люди идут. Да. Девочка наша заморилась уже. Потому что, ну, реально, вельми жарко, вельми жарко. Мы идем уже не домой, а в машину. Поедем у Ярославец. Речи. Мы в этом Ярославце. А прошлый раз я была, докладно, 8 годов тому. Мы ездили с хором, с музыкалкой туда, у поезд. Тогда была у первом классе, переходила у другий класс. Это так классно, потому что, ну, ведайте, я зараз побачу места, где я была. Я уже вельми-вельми хотела побывать в этом Ярославце. И вот, будем. Ура! Что, глядите, что мы купили. Мы заехали на заправку. И вот. Вот забрал. А вот, это что, багет? Ну, багетка такая. Багетка. Запеканка. Запеканка это называлось. Ням. Нифига себе запеканочка. Зараз будет вельми шмат эмоций, потому что мы приехали у Ярославец. Та самая! Мы туда хотели пойти, она была закрытая, я помню. Десять тут мы жили. Тут! Да! А тут гэты аўтаматы, боже. Мы тут былі. Это мы сюда? Да мы тут закупались. Тут мы игрушки покупали 100%. Мы тут тоже закупались. Мора. Ой, там уже. А тут автоматы. Автоматы мы там постоянно закупали. Таких бусиков. Да, бусиков гэтых яшчэ не было. Мы зараз прыехалі на паркі, бясплатнага не было. Мы прыехалі на платны і зараз аплатім паўгадзіны, я думаю. Пагуляемся тут. Трошечкі выйдзем да мора, я думаю. І паедзем. А куды мы паедзем? А, ўжо на наша месца, куды мы едзем. Вёску якую там. Білецік. Вау, просто ностальжі. Ось тут ось мы былі з мамамі. И вот тут, мы покупали картошку. Все, вот так иду. И тупо понимаю, что, разумею, что мы, ну, везде и завсёды, и тут, блин, просто. Тут Алена споткнулась об этом, об дядьку. Просто. И мы тут были. Бля. Ну, тут была история, как моя подружка, собралка в белых носочках, в белых скарпетках вляпалась в песок. Ну, не в песок, а в грязь. Потому что тут было просто все это, тут это не было, тут был бруд. А тут зараз так, тут вельми цивильно стало. Дубай. Это пляж называется Дубай. Потому что он насыпной. Я думаю, что вы не вельми разумеете мои радости и эмоции, какие я отчула в этот день. Я просто хочу трошки описать мои отчувания. Уявите себе у ситуацию, коли вы еще были детем и были в вельми классном для вас месте. А потом прошло 8 годов, и вы туда вернулись.
запоминаючи всі ті історії і події, які з вами відбувалися. Що ми приїхали у наші рови, у село, куди ми там приїхали? Пригоже, пригоже. Ну що, ми вже заселилися, я зараз стою у номері, і він не такий пригожий, як був у нас до гетера, але номер, зараз я вам його покажу. Ось двері, ось така ванна, я дуже маленький, і вид. Куди він? Не веду. Ось номерок, а я думаю, що ми будемо гуляти, тусувати по цій деревні, тому що я веду, що тут вельми близько мора. Тому мені вельми подобається і все вельми добре. Тут у нас є ось така кухня і ще кухня. Зараз виходимо на спадзер погуляти. Дворик. Класний такий, пригожий. Ми зараз виходимо, ми хочемо одразу погуляти, а потім пойти у таверну покушати. Дивіться, це така ось вёска. Тут одні готелі і одні гостиниці, одні апартаменти. Ось, дивіться, ось там наша, ось тут. Знову ж таки, а залі. Тут у дороти. І ми так само ось там от їхали. І тут там вся вулиця в цих гостишках, апартаментах. Зараз тут все приїжджають. Зовсім навіть. Я, знаєш, така акуратна, така вся ось газончик пострижена. Як ми зрозуміли, це от сезонне кафе. Значить, ну, воно відчиняється на сезон, на літо, і зачиняється. Ось воно вже зачинилося і запрошує вже на 24-й год. І це так само, як ми зрозуміли, кафе. Ця вёска мені напоминає Ярославець. Почта. І ось. А це, я так розумію, центр ось там. Зараз всі поставили ставки, де може знаходитися море. Тому що ми ще на карті не глядели. Я думаю, що там. Тато думає, що там. Мама... А где ты думаешь, что есть море? Там. Там, в окне. И зараз будем потому что там порт. Челлендж. Будем узнавать, где же море. Мы все угадали. Здрасте. Я, ну там. Вон там оно. Там? Мы вообще-то можем идти даже. Я ж кажу. Все угадали, загадали. Порт. Есть порт. Пройшли ми у таверну, я сподіваюся, що тут вона ще не закрита. Ну все, ми сіли. Нам принесли меню. Ми все заказали. Заказала, мама заказала на пробу рибу, я заказала як заусёди. Тато так само заказав все як заусёди. Принесли лимоняду. Знову та ж сама штука. 500 грам. Як ти це з'їш? З'їш? Легко. Сподіваюся, мені буде менше. Сказала. І мені так само. Принесли вельми шмат. Картошка смачна. Смачна. Ого. А як пахне вона? Ми поїли. По нам, я думаю, поїли. Думаю, по нам бачить. Я вже не можу йти. А нам ще погуляти треба. Ну як треба? Ну просто ми захотіли погуляти там. Знову протрастись. Ведайте. Ось так. Поглядите, як пригор. Папа. Локти свои сунешь. Народовые. Да послухайте эту тишину. Это так задумать. Это, ну, я просто не разумею. Их задуло за это лето. Что это такое? А как откопать потом? Это, может, так треба? Видите? Написано тут, наверху. У Шерри была фотосессия на фоне сансета. Такая довольная, у мамы на ручках. Когда я трохи отошел, собака уже ноет. Побежали! Ё-моё! Выдай тебе тут пюре. Люди будуются. Уявляете себе? Але гэта просто вёска. Класс. Апартаменты. Апартаменты.
Просто завсюди апартаменты. Повсюди апартаменты. Ось мы туда пошли и зробили ось такой кружок. И вернулись до ресторана. Может, еще что-нибудь там? Не, жартую. Я уже ничего не могу есть. Подождите, мы уже бабуле там показывали. Это такой качкомат. Ты бросаешь 2 злотых, и тебе ось дают еду для качек. Ты их ось тут кормишь. Каждого первого тупо все виллы, все апартаменты, я папа снимаю. Ось так. Классно, я думаю, что они у сезон вельми классно зарабатывают. И это вельми файно, что тут вёска, и она живе. Новый автобус случилось. Ловлю на слой, потому что мне батьки повязали погулять у игры. У гры. Дома. Гульни, так. Тому идем до дому. Зараз я мою шили. Будем гулять.